Ну, конечно, нет. И старая система была нехороша, но новая абсолютно порочна. И, к сожалению, все покупается и продается у нас в стране. Это относится не только к системе образования, но скандал с ЕГЭ бьет, конечно, и по имиджу России в целом, и по ценности российского образования, и, конечно, по самим школьникам, по их родителям. Столько нервов, столько денег, столько люди вкладывают в образование своих детей для того, чтобы в итоге получить шиш или диплом, который не стоит на мировом рынке ничего.